Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, на канале MyGTRU. Сегодня поговорим с вами про импортозамещение. Импортозамещение в разрезе производства смазочных материалов. Тема очень важная, касается она без привлечения огромного количества людей, которые покупают смазочные материалы, сделанные у нас в России. Таких людей на самом деле очень и очень много. По своей сути импортозамещение, что это? Это замещение чего-либо сделанного за рубежом, это могут быть готовые продукты, полуфабрикаты, сырье и так далее, тем, что на 100% локализовано в стране, про которую идет речь. В данном случае мы говорим с вами про нашу страну, про Россию. В прошлом году мы с вами побывали на... заводах, наверное, на 15, так и так в России я побывал, вернее, показал у меня заводов, наверное, 10-12, не все заводы позволили показывать то, что у них происходит там, хотя я побывал на многих заводах и в России, и за рубежом. Вот, поэтому могу с полной ответственностью сказать, что мы сейчас говорим о вещах, которые обсуждать сегодня будем, которые я видел самостоятельно своими глазами. Итак, давайте разбираться в этом вопросе подробно и поэтапно. Импортозамещение в разрезе производства по смазочным материалам. Что у нас происходило в этой сфере до февраля 2022 года и что происходит сейчас? Что поменялось? Работает ли импортозамещение вообще? Если не работает, какие для этого есть причины и основания? В России львиную долю основную по смазочным материалам производят три наши большие компании. Это Лукойл, Газпромнефть и Роснефть. Это исторически так сложилось и до сих пор ничего не поменялось особо. Вот они сами занимаются добычей, либо добычей нефти, нефтепереработкой, транспортировкой нефти и производством огромного количества нефтепродуктов. Они делают стратегический объем по нефтепродуктам, это касается индустриальных различных масел, судовых, там, сивелки, того, что производится в огромном количестве гостовских масел и так далее, гидравлики. Вот также производят еще и смазочные материалы для обычных автолюбителей. Вот, почему я не беру в расчет таких больших игроков, как, например, там, Татнефть? С Танеко-заводом. Танеко-завод, завод, который делает базовые масла, они тоже делают небольшое количество, они делают топливо в основном. В процентном отношении, вот то количество, которое они делают по смазочным материалам, если Лукойл, Газпромнефть, Роснефть ставить рядом, то, конечно, это ни о чем на самом деле, хотя завод тоже большой, современный, но он занимается топливом. В первую очередь, конечно же. Масла они тоже делают, но в объеме, еще раз скажу, это мизерный объем по сравнению с тремя нашими винками остальными. Вот. Что касается тех брендов, которые вы чаще всего встречаете в наших сетевых магазинах. Все прекрасно знаете, что сейчас и заполнили сетевые все наши магазины, там IKEA, Ашан и так далее. Бренды, которые делаются на нашем еще одном большом здоровом блендере, который вы все прекрасно знаете. Но это блендер, это все-таки не винка, они делают в основной массе, конечно же, продукты для PVL-сегмента, то есть розницы для обычных моторных масла, трансмиссионные некоторые, ну как бы это... В процентном отношении, еще раз, к трем нашим мастодонтам, к трем нашим суперменеджерам, это ни о чем. Вот, поэтому мы говорим сейчас об основной массе. Итак, что у нас происходило до февраля 2022 года в плане производства по смазочным материалам? Итак, как из чего производят любые смазочные материалы, компоненты? Это имеет прямое и непосредственное отношение к теме нашего разговора сегодняшнего про импортозамещение. Компоненты. Базовые масла. Базовые масла существуют 5 разных групп. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая группа. В базовые масла добавляется все остальное. С них все начинается. Это основа для любого моторного трансмиссионного масла. Пакеты присадок. Пакет присадок – это сбалансированный пакет, в который входит много элементов различных химических, которые добавляют свойства и добавляют характеристики для любых смазочных материалов. Спецификации, на которые вы смотрите, API-SP, например, там, или там, ILSAC GF6 – это все пакеты присадок. В них входит сбалансированный комплект, который позволяет маслу добиваться тех или иных характеристик, от масла, вернее, добиваться. Вот это самое основное, что дает маслу его, соответственно, преимущество одно перед другим. Полимерный загуститель – это тот компонент немаловажный, который определяет, как наши любят прожарщики говорить в российские эти все, крепость масла. Это тот компонент, который отвечает за его структуру, за то, чтобы он сохранял свои вязкостные характеристики при рабочих условиях разных, экстремальных в том числе. Вот. И плюс к этому четвертый компонент, такой один из основных, это депрессорные присадки. Они позволяют маслу температурный показатель подтягивать, так как у нас Россия, она большая, есть холодные регионы, в частности, вот у нас за окном сегодня 30 градусов минус. Вот. Четыре компонента основных. Базовые масла, пакеты присадок, полимерные загустители и депрессорные присадки. Все это собирается в одну кучу, делает из этого уже смазочный материал. Везде, всегда, все делается по одной и той же схеме. Плюс к этому, плюс тем компоненты, которые я сейчас перечислил вам, нужны, соответственно, производственные мощности, нужен хоть какой-то более-менее цех для производства, нужны резервуары хранения, в которых вы будете хранить, соответственно, эти компоненты, нужны варочные
реактора, в которых все это будет твориться. Плюс к этому нужна обязательно лаборатория, в которой будет все проверяться, качество продукции, потому что это очень важный момент, без этого нельзя работать. И нужны рабочие руки, люди, которые этим всем занимаются. Все. Это вот цикл производства по смазочным материалам. Начнем с компонентов по импортозамещению. Базовые масла. Базовые масла первая, вторая, третья и четвертая группа производятся у нас в России. По первой, второй, третьей группе, ну, первую используют там для ГОСТовских масел, для дешманских основной массе. Про вторую, третью группу основные, которые используются для масел, для моторных, для гражданских. Их производят в России все наши винки известные, про которых мы с вами только что говорили. Плюс к этому их делается на Танека, делается на заводе. На Татнефти производит базовые масла и производит еще несколько структур различных российских, которых мало кто знает. Они все являются, как правило, дочерними винковскими структурами. Вот, как правило, не все. Все, базовые масла, с ними проблем нету. Импортозамещение по базовым маслам первой, второй, третьей группы, оно не нужно для россиян вообще, в принципе. И, в принципе, и никогда его не было, и никакого в этом смысле никакого нету. Возили какую-то небольшую толику там из-за рубежа по базовым маслам, ну, я в этом смысла особого не вижу, потому что это дороже будет стоить перевозка, чем купить базовое масло у нас в России. В России делают базовые масла достаточно неплохие. Вот из них можно чего сделать, и, в принципе, они нормально абсолютно себя ведут. То есть импортозамещение по этой части по базовым маслам первая, вторая, третья группа, она, в ней нет необходимости. Четвертая группа, ПАОМы, полиольфинолефиновые масла, вот, которые производят в России одна структура сейчас, на которой мы с вами были, она называется, соответственно, ТАИФ. Находится эта структура в ней, ну, недалеко от Казани, в Нижнекамске, находится рядом с Нижнекамским нефтехимовым заводом. Они производят из доцена октена, соответственно, из побочных продуктов, которые им предоставляет Нижнекамский нефтехим, делают ПАОМы. ПАОМов они делают мало, и делали их мало. И пользуются им российские наши винки и наши крупные блендеры, российские не все и не всегда, потому что они делают их, еще раз, мало. Вот, соответственно, и до февраля, до 2 года, и сейчас множество ПАОМов идет у нас из-за рубежа. Это китайские ПАОМы. Раньше это были эксомобиловские ПАОМы. Сейчас с эксомобиловскими ПАОМами, соответственно, понятна ситуация, печалька. Поэтому есть китайские. Но, тем не менее, в сфере импортозамещения, вот в разрезе нашего с вами вопроса, ничего сильно не поменялось. Ну, использовали раньше эксомобиловские, там, сейчас используют, например, там, ну, не только эксомобиловские, я просто как пример привел вам, сейчас используют китайские. И раньше использовали китайские, потому что не хватало российских. Вот, ПАОМы у нас в России делают, еще раз напомню, на ТАИФе, но у них объемы, ну, точно не позволят закрыть всю потребность по ПАОМам российским 100%, потому что они, нету мощностей у них столько. Вот, поэтому, конечно, это нужно подтягивать. И, ну, про производство ПАОМов я уже вам подробно рассказывал, у нас был большой материал, вы сами знаете, насколько все это сложно, и нужны определенные условия, нужны некоторые соседства завода с заводами, но, тем не менее, как бы, тему эту развить в России все-таки можно, потому что у нас есть уже опыт работы в этой сфере в России, уже есть наработки, и, в принципе, это можно масштабировать. Ладно, допустим, что вот в этом импортозамещении оно как бы у нас нет необходимости, и все нормально. Алкилированные нафталины и эстеры, это, соответственно, к пятой группе относятся базовых масел, у нас в России не производится. И не производилось, и эти все импортозамещающие продукты мы всегда возили из-за рубежа для наших заводов. И ничего не поменялось, только поменялось ореолы обитания этих продуктов, которые мы закупаем. Раньше делались в Европе, брали кое-что там и в Азии, конечно. Сейчас это все закупается из Азии в основном. Вот, поменялось, тут ничего особо не поменялось. Вот, по базам разобрались. Импортозамещение и вся ситуация вот с уходом от нас, крупнейших производителей мировых, на это не сильно повлияло особо. Поэтому все, в принципе, осталось, как и было раньше. Импортозамещение в этой сфере, оно нам необходимо только по пятой группе, по эстерам, алкилированным нафталинам и по ПАОМам, потому что ПАОМов у нас делается в России недостаточно. Но это нужно делать сейчас, пока терпимо более-менее, можно и без этого обойтись, это не первоочередная задача. Хотя, конечно, в этом направлении государству нужно было бы поработать, неплохо было бы как-то инвестировать в это, потому что эта тема очень перспективная. Вот, что касается второй нашей части, пакета присадок, самая больная, наболевшая вопрос, который обсуждается всеми сейчас, китайские присадки, типа страшилки, пугалки все эти и так далее.
Вот, до февраля 2022 года в России все абсолютно заводы, крупнейшие наши Лукойл, Газпромнефть, Роснефть и все остальные блендеры работали с четырьмя производителями по присадкам, по пакетам, мировыми. Это все производители западные. Infinium, Lubrizol, Efton и Aronite. Это четыре производителя, которые делают пакеты присадок. Это такие прям мастодонты, которые делают все. Про них я рассказывал уже неоднократно, и они делают для всего мира. Любая страна абсолютно, она как бы покупает именно эти пакеты. Так как у нас после февраля 2022 года ушли от нас все крупнейшие производители, соответственно, ушли и производители пакетов. И офисы свои свернули в России, уехали, и все, и остались мы, соответственно, без доступа к этим пакетам. Ситуация в этой, в которую попали наши крупнейшие нефтеперерабатывающие структуры и блендеры остальные, была, конечно, на самом деле шоковая. Это была ситуация печальная, и ничего хорошего там для российских производителей не было. Потому что они работали с этими производителями по пакетам давно, стабильно, и как бы это все было налажено. Пакеты чем хороши от этой четверки, которая работает по всему миру? Они предсказуемы, они стабильны, и с ними очень легко и просто работать. На любом заводе, который работает с пакетами, например, там, от Efton, а пакеты у Efton, они как бы строго маркируются, у них есть спецификация у каждого пакета и так далее. Там Efton это крутые ребята, они делают все для того, чтобы вам, как производителю по маслам, было удобно работать с пакетом. Там есть спецификация полная, с какой группой мешать, при каких условиях производить варку, в какой последовательности что добавлять и т.д. и т.п. То есть все там они сделают для вас, чтобы вы только главное с ними работали и покупали у них их пакет. Это очень удобно, очень просто. Эти люди, которые работали с их пакетами, если это нормальные ребята, технологи нормальные, нормальные люди образованные, то они никаких проблем не испытывали. Все было очень просто, понятно, предсказуемо. Пакет мешается определенной группой, добавляется определенное количество там, депрессора, добавляется загустителя определенное количество, пропорции вводятся в разные этапы. И получается прекрасный продукт, который можно там смело продавать и за него не краснеть. Вот, когда они ушли, вся эта четверка, у нас наши мастодонты, Винки, стали перед огромной дилеммой. Первый вариант, который у нас возникал в голове, у многих, думаю, что кто занимался закупкой, это возить параллельно, каким-то образом пытаться, но это не вариант для крупных винков. Это вообще не вариант, потому что нужно много. Нужно много, это все, что происходило, приходило вовремя, это было на стабильной основе. Сами понимаете прекрасно, что этого невозможно было сделать, потому что, ну, грубо говоря, там встали в позу вся четверка. Поэтому вариант этот отпал сам собой, хотя о нем задумывались многие. И пришли в итоге все к варианту номер два, самому единственно разумному это закупать, это все в Азии. Ну, про Китай мы сейчас говорим, в основной массе, конечно, про Китай, но, в принципе, про Азию тоже. Вот, в Азии, еще раз напомню, существует представительство всех этих четырех структур. Это Infinium, Lubrizol, это Aronite. Мало того, что есть у них еще заводы там свои, прям заводы конкретно, которые им принадлежат, они находятся в Китае. Так вот, так как ребята эти четверки из этой не дураки, они китайцам тоже там погрозили пальчиком, типа, ребят, вы это ну, как бы не шалите, там не надо там в Россию продавать наши пакеты, которые вы у себя там делаете, и через ваши субструктуры и китайские. Поэтому там все тоже не было просто, и этот параллельный импорт, он так тоже не сработал. В Китае есть производители пакетов присадок. Это структуры, которые работают там много лет. Выходцы из Infinium, из Lubrizol, из Efton и Aronite, они работают в этих структурах и, соответственно, благополучно набравшись опыта у мастодонтов, пришли в китайские структуры свои, получают там нормальные бабла, как бы работают там и делают те же самые пакеты, что делали и у своих учителей. Американцы и европейцы на свою голову научили, конечно, китайцев. Китайцы начали делать это все самостоятельно. А те структуры, две основные, которые поставляют сейчас в Россию пакеты присадок, они на самом деле их много в Китае. Просто, ну, не знаю, как сложилось, что вот выбрались первые две там. Но одна понятная причина называется Наречо, которая самая крупная, там она выставляет много всего. А вторая Бетчи, ну, отнюдь не самая крупная. Вот, они просто, ну, повезло им. Вот, первая речь, они свои мощности имеют, они, в принципе, много чего делают. Бетчем это в основном, конечно, упаковщики, переупаковщики. Ну, вернее, упаковщики не собирают пакеты. Вот,
Пакеты эти, соответственно, как бы они не отличаются по своей сути, по качеству, по составу от того, что делают Infinium, Lubrizol, Efton и Aeronite. Но они другие. Они другие, они сделаны на других заводах, других предприятиях. У них есть свои спецификации, отличающиеся от того, что представляют нам американцы, европейцы, представляли, вернее. Поэтому работа с ними, с заводом, тяжело с первого раза стало. И было. И вот они столкнулись с большими сложностями. Но так как у нас на Лукойле, на Газпромнефти, на Роснефти есть масса специалистов грамотных, они на самом деле там есть. Я знаю, что многие ругают и все эти наши структуры три, но тем не менее, поверьте мне, там очень хорошие специалисты есть, и очень хорошие лаборатории есть, и все с этим нормально абсолютно. Они как бы эту тему развили и стали работать с Азией так же, как работали с Америкой, с Европой. Страшного в этом ничего нет абсолютно, потому что компоненты химические и сами пакеты присадок по своей сути, по составу отличаются между собой не сильно. В принципе, китайцы давно уже научились делать все правильно. Вот, есть некоторые нюансы во всей этой теме, есть нюансы, конечно, но тем не менее не все так страшно, и перестроились наши мастодонты достаточно быстро на работу с китайскими присадками. Вот и весь сказ. Импортозамещения как такового тоже тут не вижу. Никакого абсолютно, как мы работали с американцами и европейцами, сейчас работаем с китайцами. Все. Импортозамещение здесь не работает. Его нет. И как работало все раньше, так и работает, продолжает. Работать с китайскими присадками неудобно еще в каком плане. Китайские присадки, с ними ты не получишь спецификации ни API, ни ASE, ни LSACI, никакие спецификации не получишь, потому что как получают спецификацию на любые моторы, на трансмиссионные масла и спецификации одобрения, вернее, производителя. Ну, про спецификации в первую очередь. Одобрение – это маленькая другая тема. Некоторые спецификации, некоторые одобрения через китайские производители получить можно по OEM. Но по спецификациям, по IP, в первую очередь, нас интересует и по ASE. Как получать спецификации? Вот есть завод, который делает моторное масло. Он сделал моторное масло на пакете Infinium. SP-шном пакете Infinium. Он идет к ребятам из Infinium и говорит: ребят, вот мы у вас берем пакет ваш. Мы делаем на нем масло. Вот это новое наше масло называется у нас тут там Super Oil там, 6000. Нам нужно на него получить спецификацию в IP. Infinium, представитель, говорит: ребят, без проблем, все, давайте сюда ваш образец, там все нормально, отправляет образец, готовит документы, отправляет все это в IP, IP благополучно дает там спецификацию и добавляет ее в свой каталог, свой перечень. Вот, все очень просто делается, все делается всегда через присадочников. Никто никогда, вообще никогда не получает спецификации самостоятельно, не через присадочников. Никто. Всегда делается все через присадочников, потому что делается всегда через них все исторически. Соответственно, если работаешь с Эфтоном, получаешь через Эфтона. Работаешь с Infinium, получаешь через Infinium. Работаешь с Lubrizol, получаешь через Lubrizol. Вот, по понятным причинам в России сделать это невозможно, потому что у нас нет представительства Infinium, Lubrizol, Эфтона, Aeronite, и мы с этими присадками уже не работаем. Поэтому, что в России производят сейчас, это все с соответствиями. Страшно это, не страшно, на мой взгляд, ну ничего хорошего там нету, но тем не менее, как бы с этим жить можно. Это не так критично на самом деле, потому что ничего не поменялось, пакеты присадок китайские, они соответствуют тем, что вот было у европейцев. Просто нельзя получить официальную спецификацию. Вот такая ситуация. По импортозамещению в сфере по производству пакетов присадок России. Давайте к этой больной теме поговорим об этом. Тема действительно больная, потому что в России на сегодняшний момент по пакетам у нас есть два производителя. Ну, их номинально два. Это, соответственно, Квалитет и это Нафтан лукойловский. Но по факту один, потому что нафтановский производство находится в Беларуси. Вот, так что вот так вот. На Квалитете мы с вами были. Квалитет – это единственная в России структура независимая, которая производит давно пакеты присадок. Они производят сейчас до уровня SN. Вот, когда я у них был, это было в прошлом году, они смонтировали новую линию по производству присадок по уровню SP, чтобы они были. Производство пакетов – это очень сложное, дорогостоящее и чрезвычайно энергоемкое производство. Для того, чтобы произвести пакеты, вот, например, уровня SN, да, например, просто для производства пакетов используется более 60 компонентов только разных. Представьте себе,
Чтобы работать с пакетами пересадок, производить там любые пакеты, нужно 60 компонентов. Это и наливные, и сыпучие компоненты разные, с разными условиями хранения. Компоненты эти, причем, они не производятся из них, ну, не, я не скажу сейчас, большая часть или не большая, но часть из них делается не в России, опять же. Поймите, да, то, что, ну, мало того, чтобы создать предприятие, которое производить будет пакеты присадок, нужно еще и компоненты для них раздобывать. Некоторые из компонентов, в принципе, в России не производятся и не добываются, как элементы даже. Не добываются. Об этом мы говорили подробно в видео про квалитет. Поэтому делать в России производство с нуля по пакетам присадок, как бы это помягче выразиться-то, по моему личному мнению, это утопия. Это не окупится никогда вообще с нуля, если делать. Вариант масштабирования, например, того же квалитета, когда я его под крыло, например, взяла под себя какая-нибудь госструктура государственная большая, да, и субсидировала, и масштабировала их как производители, это вариант, наверное, тут более разумный. Не знаю, как это будет по факту, будет ли или не будет, но на самом деле, вот с моей точки зрения, нужно сделать так. Вот, квалитет. Почему квалитет для всех не делается? Потому что квалитет делают очень мало пакетов. У них производственные мощности достаточно большие, но они совершенно недостаточны для того, чтобы обеспечить там полностью по России всех производителей. Конечно же, нет, естественно, нет. Это первый нюанс. Второй нюанс про пакеты от квалитета. Они стоят зачастую дороже, чем китайские аналоги. Ну, поэтому какой смысл, да? В Азии это все можно легко и быстро достать, и нет проблем с поставками, а квалитет нужно некоторое время ждать и так далее. Но квалитет молодцы. Они единственные в России, что хоть кто-то этим занимается. И там ребята работают отнюдь не с улицы взяты, они там с образованием именно специализированное высшим. Мало того, они ученые, многие из них там защищавшие по этим темам диссертации и так далее. То есть там реально ребята работают такие матерые. Вы сами посмотрите это видео, это материал с завода. Но вот импортозамещение как такового все равно, они работали раньше еще до февраля 2022 года. И в принципе для них ореол сбыта там, ну, поменялся немножко, но не сильно. Вот пакеты присадок китайские, еще раз. В Китае по химической промышленности, китайская промышленность химическая, это фантастика. Это космос. Просто колоссальное количество тех, кто делает химию разную. Я вот был за последний раз на выставке, и там был такой, ну, павильон небольшой, и там были масленщики, и были те, кто химией занимается. Я разговаривался там с некоторым китайцем, спросил, как бы, вот по тем же самым там ПАОМ, да, кто в Китае производит ПАОМ. И выяснилось, что это даже не десяток производителей, это гораздо больше. По полимерам. Там полимеры производят сотни структур. Полимерные загустители. Понимаете? То есть и компоненты разные, там делают куча разных структур. В России делают единицы. По пакетам присадок, давайте тоже, чтобы как бы это тоже тему обсудим, по пакетам. Сразу после этой ситуации, до 2022 года, сразу последовали громкие заявления там, от наших крупных производителей, там Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, что вот все, мы сейчас мгновенно беремся и начинаем делать пакеты, и к чертовой матери все заместим быстро. Лукойл, еще раз напомню, Лукойл есть Нафтан. Белорусский завод, правда, тем не менее, как бы они там делают пакеты, тоже до уровня СНК. Но тоже, опять же, это вообще не покрывает никак всю потребность по пакетам для того же самого Лукойла. Вообще никак не покрывает. Частично только. Вот у Газпрома, они Газпром всегда делали присадки. Пакетные там, ну это можно образно выразиться, пакетные. Для простых масел делали присадки, пакеты. И сейчас продолжают делать. И развивают эту тему, конечно же, да. Тем не менее, как бы ситуация глобально поменяться быстро не может. Это такое производство, которое требует годы. Годы доработки. Годы, и даже если не побоюсь этого слова, десятилетия, возможно. Доработки, шлифовки, там, подгонки, чтобы все это работало правильно, нормально. В этом направлении нужно работать обязательно. И государству нужно в это вкладывать деньги. Вкладывать деньги, потому что частные инвесторы в это деньги вкладывать не будут. Почему? Объясню просто по-простому, что все понимали прекрасно. Лукойл, Газпром, Роснефть. Будут делать все для того, чтобы как бы, там, какие-то части какой-то производить пакетов. Но им не нужно делать все полностью, потому что есть Азия для этого. А Азия дешевле, доступнее и понятнее сейчас в этой ситуации во всей. А вкладывать деньги, миллиарды,
миллиарды долларов вкладывать в производство, в большое масштабное производство по пакетам присады, которые нафиг никому не будут нужны потом, в дальнейшем, потому что азиаты перебьют этот рынок. Ну, тут вариант только не с запретом ввоза из Азии, но сами понимаете, что сейчас об этом говорить, как бы, ну, никто не будет. Вот, поэтому, блин, тема такая, знаете, утопическая немножко, делать сейчас пакетные присадки в России и масштабировать это, делать это прям, вводить на новый уровень. Это все, хотелось бы, чтобы это все было. Я бы очень хотел, чтобы 10-20 лет назад об этом задумались наши производители и сделали эти пакеты. Но, тем не менее, ситуация такова, что во всем мире абсолютно пользуются пакетами четверки крупной, большой нашей, известной всем, ну не нашей, вернее, сейчас уже, европейской, американской. Вот. И ситуация везде одинаковая. В любой стране, там, в Малайзии, в Сингапуре, в Индии, в любой стране европейской, везде закупают пакеты от присадок от этой четверки, крупной, большой, потому что с ними просто легко работать. Вот вся причина. Слухи о том, что реэкспортируют, например, там, ну, грубо говоря, там, в Китае закупают тот же Infinium пакеты и продают их там по своим брендам, это тоже такой бред сивой кобылы, что даже об этом говорить не стоит, потому что, во-первых, у Infinium завод свой есть там, а во-вторых, как бы, ну, это, как бы, некоторые компоненты, они всегда закупали в Китае, и Infinium, и Lubrizol, и Eftanaronite, они с китайцами работают всегда плотно, и компоненты химические, конечно же, они берут многие у них, но это было всегда, и не сейчас это началось, и это не говорит о том, что китайцы там начали все это вот массово делают за них. А китайские производители, популярны ли сами в Китае по пакетам? Тоже коснемся этой темы. Китайские производители в Китае по пакетам, которые делают речевую, например, тоже Бетчем, они не сильно популярны, хотя они, конечно же, поставляют на китайский рынок свои продукты, естественно. И заводы крупнейшие, которые относятся даже к мастодонтам, такие как у Мобила там 4 завода в Китае, у Шилы есть заводы свои, они закупают кое-что из речевого, из Бетчем. Серьезно, на самом деле, у Мобила, у которого свой Infinium, они кое-что по полимерам закупают в Китае. Да, есть такое. Ну и, конечно же, это мизерная доля. И сами китайские производители, которых тоже огромное количество. Вы сами видели наше видео с Мимса. Там было брендов 20 китайских. Я показал вам не все, отнюдь не то. Ну просто нет смысла там все показывать, их там куча. Вот это только прям маленькая доля того, что в Китае производится по блендерам. Мы на китайском заводе с вами были. Мы были с вами на двух китайских заводах. Я говорил, на обоих заводах говорил с технологом, с главным технологом, который занимается у них производством, который занимается работой с присадками, с пакетами. Они работают с четверкой. С Infinium, с Lubrizol, с Eftanaronite. С Richflow, с Бетчем работают они очень мало. Практически не работают, потому что неудобно им. Как бы им удобнее работать с теми, кто предоставляет наиболее удобные, адекватные варианты по работе. Вот и все. Ситуация поменяться может, конечно, потому что, естественно, китайцы на месте не стоят, и там все сейчас в сторону вот суверенности переходит, все там модно, все, что сделано, made in China. Может быть, в итоге когда-то поменяется ситуация. Вот, по пакетам разобрались. То есть импортозамещение, как у нас, не было по пакетам, так его и, собственно говоря, нет, и с этим надо тоже смириться, потому что ну, вот такая ситуация. Почему, я уже вам объяснил. Но вот видите, основную львиную долю времени по видео мы потратили с вами на пакеты присадок, потому что от них зависит очень много, и, конечно же, об этом нужно было поговорить и расставить все точки над «и». У нас осталось маленько совсем времени, минут 10, буквально потерпите, уже чуть-чуть осталось. Мы говорим с вами сейчас про полимеры, про импортозамещение по полимерам и про депрессорные присадки. Полимеры. Полимеры всегда на протяжении очень долгого времени в России использовали очень многие производители китайские. Я бывал на заводах еще далеко до февраля 2022 года и встречал очень часто полимерных загустителей на крупных тоже заводах, в частности, которые были маркированы и Синопек, и Петрочайна, то есть как бы это все было уже давно. И причем это встречается не только на российских заводах-производителях. Я встречал петрочайновские полимеры и в Турции, встречал петрочайновские полимеры и в самом Китае. Это, то есть, полимеры китайские, они все заполонили, потому что их там много кто производит, они там дешевые, и в принципе они неплохого качества. Дорогие полимерные загустители в России, производители наши крупнейшие даже Винки, использовали ну, достаточно редко, потому что они дорогие. И полимеры, в принципе, можно заменить на другие, при этом потребитель особо сразу и резко ничего не почувствует, и разницы никакой не будет.
Поэтому требования, жестких требований от производителей пакетов присадок к качеству полимеров нет, нужно только определенные, чтобы характеристикам они соответствовали. Вот, конечно же, естественно, само собой разумеется, полимеры дорогие не просто потому, что они брендовые и именитые, они сделаны по определенным технологиям, у них там есть тоже свои нюансы определенные, они разных видов есть, полимерные загустители. Вот, и чем лучше, тем лучше. Для итогового масла масло остается более стабильным при разных условиях, сохраняет свои вязкостные характеристики и так далее. То есть это крепкое масло, это есть полимер. Хороший полимер, правильный, качественный полимер, это есть крепкий продукт. Вот, а не то, что думают о крепости разные там наши блогеры. В общем, полимеры на загустители исторически, еще раз напомню, делались и производились, и поставлялись в Россию из стран Азии. Это нормальное явление абсолютно. И в России те полимеры, которые делаются у нас, они производятся, ну, прям, как можно сказать, это же опытные производства какие-то. Это не массовое производство по полимерным загустителям, не массовое. И если их будут производить в России, то боюсь, к огромному сожалению, они будут неконкурентоспособными с азиатскими по ценам. Ну, потому что ситуация такая сложилась, что в Азии их производят уже все, кому не лень, там демпингуют сильно, и поэтому к ним все привыкли. И причем их используют не только в России, их используют, я встречал их и в Турции, встречал их и в самом Китае на заводах, там они тоже свои же используют. Поэтому бог с ними, с полимерами, как бы с ними, импортозамещение тоже сейчас в данном случае не работает. Есть ли смысл вкладываться сейчас в России в импортозамещение по полимерным загустителям? Ну, тоже такой, не знаю, спорный вопрос. Это такая специфическая продукция, которую делают тоже в больших заводах. Вот, это цикл большой, он тоже, как бы, свои нюансы у него есть, которые не позволяют просто так спонталуку взять и сделать отдельное предприятие по производству полимерных загустителей. Так нельзя сделать. Это нужно определенные условия, чтобы там были побочные компоненты, кто-то других производств и так далее. Короче, это сложная тема, и к этому мы коснемся, может быть, попозже маленько. Но смысла никакого по импортозамещению вот в этой сфере я не вижу, потому что с полимерами сейчас, с азиатскими, нет проблем, и их всегда использовали, и ничего не поменялось. По депрессорным присадкам тоже они есть абсолютно разные. И хорошие депрессорные присадки – это присадки, которые раньше к нам возились и, соответственно, из Европы, и, соответственно, из США и так далее. Вот. И они используются, кстати, не только для масла, они используются для топлива и так далее. Вот. И их сейчас то же самое, что с полимерами, та же самая ситуация. Их в Китае полным-полно. Их там куча кто предлагает, и, в принципе, демпингуют очень сильно. И та же самая ситуация, что с полимерными загустителями. Делать в России специальное производство по депрессорам, чтобы обеспечить полностью импортозаместить азиатские, ну, можно сделать в плане того, что это будет убыточное предприятие. Он не будет приносить прибыли, потому что ни один здравомыслящий владелец завода не будет закупать полимер, не будет закупать, вернее, депрессорную присадку дороже в два раза, чем она может купить ее в Азии. Потому что, еще раз напомню, для производства топлива используются такие присадки подобные, и как бы это большое количество достаточно, ну, как бы относительно, вот в общем объеме. Вот, поэтому по этим двум компонентам последним, ну, тоже как бы особого смысла ничего строить и настраивать не вижу. Ну что, давайте подытожим. Надеюсь, что хоть кто-то остался до конца, посмотрел, не уснул, потому что мы сегодня обсуждали с вами все очень долго и тщательно. Я старался сделать все это покороче, но покороче не получится в любом случае, потому что эта тема, она требует, ну, огромного количества обсуждений. Это, тут очень много нюансов, очень много вещей, которые так просто не расскажешь в двух словах. Вот, кто досмотрел до конца, спасибо всем большое. Импортозамещение, про него, надеюсь, вы сейчас все уяснили, что в некоторых нюансах в России сейчас импортозамещение, оно, ну, не совсем целесообразно, не совсем в этом есть какой-то смысл. Ну, реально, объективно. Как бы не хотелось многим про это говорить сейчас, но, тем не менее, вот в этой сфере конкретно есть те нюансы, которые не позволяют сделать все это быстро. Нужно было начинать многие вещи делать еще 15-20 лет назад. Сейчас что-то можно исправить, что-то нельзя быстро исправить. Тем не менее, надеюсь, что государство сейчас будет в это инвестировать, будет развивать и масштабировать те проекты, которые у нас уже работают. А наши винки, наши мастодонты, те наши компании, от которых и зависит наша независимость в этой сфере, они проявят активность и денежные свои потоки перенаправят хоть частично на то,
чтобы развить свои направления, отделы, которые касаются именно компонентной проработки вопроса, направить свои мощности, например, то же самое Лукойл на развитие нафтана, на масштабирование производства по нафтану и так далее. Роснефть, Газпромнефть, надеюсь, начнут работать над пакетными решениями многими. И, может быть, дай бог, потому что денег у этих компаний много. Дай бог, может быть, когда-либо эти компании удосужатся и начнут вкладывать в развитие, в долгосрочную перспективу, потому что сейчас это денег не принесет никаких абсолютно. Это будут убыточные предприятия. Тем не менее, как бы это делать нужно, потому что от этого зависит наша нефтеперерабатывающая структура всей России, энергобезопасность, суверенность – это важные вещи. В это нужно вкладываться и нужно это развивать. Вот, пускай в убыток для собственных нужд некоторых. Вот это мое личное мнение, конечно же, могут его не разделять многие, кто к этому имеет отношение. Пишите свое мнение по этому поводу, что вы об этом думаете. Буду рад вашим любым мнениям. Рассказывайте, что вы, может быть, каким-то образом знаете об этом, может быть, кто-то из вас с этим связан, с этой тематикой, тоже рассказывайте. Вот, буду рад всем обсуждениям в комментарии к этому видео. Приветствуется обсуждение, полемика, вопросы и так далее. Поэтому не забывайте, уделяйте время и задавайте вопросы, пишите свое мнение по этим вопросам. С вами Антон Воронков, канал MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока, я уже пойду, наверное, спать, потому что я заколебался этим видео уже.